С мая волейболистки находятся в отпуске. Формально ушли на отдых и тренеры команды. Однако для главного тренера северянки Романа Самбурского в это время начинается его соревновательный сезон как спортсмена. Он уже не первый десяток лет играет в пляжный волейбол и даже является чемпионом России среди ветеранов. Тренер должен поддерживать себя в форме, особенно тренер женской команды. Для женщин крайне важен внешний вид и то, что он может, и как он выглядит, что он умеет сам. Показать примером, своим примером, это самое важное в педагогике, воспитании. Особенно для тех, кто работает с молодежью, как это происходит у нас. Поэтому у нас все тренеры летом обязательно работают, кто в тренажерном зале, кто на пляжных кортах. Надо сказать, что и сами профессиональные волейболистки не прочь выйти на пляж. Это и часть их тренировочного процесса летом, а для кого-то также соревновательный период. В северянке играют достаточно многие, и очень многие играли в прошлом сезоне, что крайне полезно сказалось в итоге на подготовке к сезону. Я думаю, что болельщики видели, что уже на Кубке России в сентябре команда выглядела прекрасно. Мало того, что она была сыграна за прошлый год, она еще выглядела в прекрасной физической форме и в технической. То есть мы на Кубке России, единственная из команд высшей лиги, прошли в полуфинал Кубка. Сейчас состав северянки на новый сезон практически сформирован, и игроки постепенно начинают тренироваться по персональным программам. Все вместе они соберутся 20 июля и, скорее всего, также начнут с тренировок на пляжном песке. Кстати, Роман Самбурский станет нашим экспертом по пляжному волейболу в программе «В здоровом теле» 20 июня. Он поможет лучше разобраться в нюансах этой игры. Владимир Сентябрев, Александр Беспалов, новости.